Ну что ж, давайте послушаем песню с неожиданным концом. Песня с неожиданным концом, да. Давай. Что скажешь, нормально? Ну, конец неожиданный, да, я согласен, он неожиданный, но хочется еще. Прикольно звучит, а где это, откуда мы взяли? Мне нравится вот эта вот пауза. Затем после... Я оттуда... Сейчас... А, ты мне не скинул. Да, походу, чувак, нету выбора. Мы так проект написали, так его придумали, что нужно делать, как в самой первой версии, вот так по-попсовому. Дроп, яма, дроп, яма, дроп. Потому что на этом держится весь трек, ну, на этой идее. Ну, тут не надо... Такой же, дайте на... Да? Можно сделать, можно не сделать для нас. Давай просто ебанем пока, как это цифра. Запишем пока дабл и там кварту. Стоять, блядь, стоять! Товарищ, что за хуйня? Поехали. Блядь, ты так охуенно начал. Я же так начал. Не пишет? Ну вот человек сидит и пишет. Да Сура вообще он два носка посырал. Вот Сура. А ну что ты? Будешь получать. А ну скажи. Двое носков посырал, пошел. Отсюда ладно. Шо? Шо он взял мои эти? Не уважаешь меня, да? Шо он взял? Ай, Салис. Ты сказал, что ты все посыраешь. Так, подожди. Сура, так, подожди, Сура. Кто на крысу стирал? Угу. Что? Это так круто, чуваки! А, ну да. А все думают, что будет врыв? Да! А это, бля, чуваки, это будет круто. Я не уверен, но не надо меня сразу потребовать. Чувак, да никогда, бля, никогда. Да, да, и пошла. Я пойду, понятное дело, да, мы там где-то там попроще были, просто потому что сами попроще были. Во втором же усложнили, да. Но вот когда мы второй писали, мы типа меньше думали, конечно, о народе уже, чем во втором. А в третьем вообще не думаешь. Я слышу, что ты вообще не думаешь. Да? Ну так, ну, ты, нет, ты мне сам скажи. Ты думаешь? Нет. Ну вот. А в первом ты писал песни. В первом ты хотел этого достигнуть, да? Ты достигнул этого, а теперь я буду делать, короче, как хочу. Да, но ты не забывай, что ты можешь делать, как хочу, но... Типа, дай то, что ты пришел. Это одно и то же. Я делаю завод Кока-Колы. Я его сделал, я развил его, и все говорят, блядь, Кока-Кола, это охуенно. Я говорю, да, это охуенно, сейчас минералку буду делать. Потому что минералка это охуенно, сахара там нет, это клево, но лучше, чем Кока-Кола. Вы дебилы просто пока это не понимаете. Но, блин,
Так он не сработает, он не будет так работать. Да ну, типа, окей, можно другое название придумать. А сейчас все старые скажут, блядь, это не заместится, но это... Так даже Мишка Винова нет. Я почему-то думал, что вот это вот грувищи, которые тот-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 
быть каким угодно. Там нету ничего из первого твоего альбома и даже со второго. Вот в чем дело. Ваня, может эту штуку за третьим разом сделаем, а здесь просто на вторую долю? Та-т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 а-
В общем. Спасибо. Oh, did that printer, is it big enough? The paper, is it big enough? That's great, yeah. Okay, it's good. Yeah. The first time I did it like this. Oh yeah, printing them out, yeah, it helps, man. Future. Yeah, future. There's no way that I cannot explain. There is and I feel so real and so damn good. Yeah, sounds cool, man. Wow. Yeah, cool. Cool that you like it. See, bro. I got four of the mains for all the parts, and yeah, then so I'll bounce all those, and then it'll be four. Mm-hmm. And four three backs. Yeah. So the first one has three, and the second one you do an extra last one. Yeah, yeah. And one more question. What about the pronunciation? Are you satisfied with everything? Yeah, man, it's cool because it's cool that you hear you're speaking in English, but you're from like, where, you know, people are like, what is he? You know what I mean? Like, where is he from? Like, oh, it's even interesting. Yeah, it kind of causes more interest than being like, he doesn't know how to speak English. You know, it's obviously like, you're like, you're kind of like partied out, you're b-boyed out, like, and you're like, you're in English, you know what I mean? Like, you're in America, you know what I mean? Like, this is my favorite. That's a mean one, bro. It's a screamer, man. It's your ear plug in for it. Yeah! Woo! Да вот, допиваю чай.
А что задумался? Ну, однозначно, Грэмми или не Грэмми, звучали бы мы именно так, как звучим сейчас. Я ради премии, ради чего-то другого, там, музыкой, которая мне нравится, блинкать не собираюсь. Ну, а номинироваться-то может каждый, да? Ну как? Номинировать? Как нужно? Какой порядок действий? Вот, по-моему, должен либо человек, который там спродюсировал этот альбом, быть отсюда, либо же там компания, рекорд, рекордов, записывающий. Она должна быть отсюда, тебя как бы как протеже своего выставляет. Либо же этот альбом или музыка должна быть сделана на территории США. Ну, то есть, по сути, те люди, которые будут сводить это все, они будут, да? Они будут местным, может, это поможет. Mm-hmm. Я не знаю, по-моему, особо это не зависит от национальности или чего-то еще. Но вот то, что это должно быть сделано, типа, здесь, на территории, это однозначно. Pretty quick, but there you go. I've done this for years. I've done it in New York, Paris, Berlin, really? San Francisco, yes. Wow. I mean, not, you know, New York I've only played a couple times out on the street. Paris I did like a month. Berlin I did like 2 months. San Francisco I did like 5 years. What's your favorite place? San Francisco? Yeah. Because, just so far, just because, you know, I had this little spot, it was an alleyway with like a bookstore and a bar, you know, it worked, you know. The people they matched the music well, if that makes any sense. How many money you had made there for a day, well, for example? It depends, you know, and a lot of places the way it works, I'll give you an example. I just went to Huntington Beach for the first time and I went for a month. The first day, I made $120 in 10 minutes. Wash in San Francisco. The second day, no, this is in Huntington Beach. The second day, you make $40. Uh-huh. The third day, you make $20. Uh-huh. By the third week, you have a lot of friends, no more customers. Okay. You understand? So you have to keep moving. Spots. And so when you come back, people are happy to see you, you know. One of the reasons I play this spot is because the spot I really like, if I play it every single night and I'm there all the time, it's no good anymore. Because no matter how well you play, there's the guy by the trash can again, doing the Bob Dylan song, you know. It doesn't matter, so you have to leave so people can miss you. But it's really hard to switch switch spots all the time just because you lose your friends. You lose your friends and the relationships you build up. You have to learn a new set of names. You have to learn a new set of streets. You have to pay off all the bums. It's a difficult life. However, no one put a gun to my head and said you have to play guitar on a street corner. It's my choice. So I enjoy it, you know.